То, как человек может подняться силой Христовой на какую высоту, об этом завтра день еще раз проиллюстрирует. Ибо завтра память святого Василия Великого. Кто читал его житие, кто не читал, прочитайте. Это стоит того. Это стоит того. Я вам не буду говорить сегодня подробности жития, только скажу одно. Когда я первый раз прочитал, меня трясло. Просто физически трясло. Я ничего подобного не встречал этого. Вот. Тогда, когда прочитал первый раз. Вот. Какой высоты был человек? Как он силой Христовой смог подняться на высоту? Какого бесстрастия? Кто читал его произведения, а дошли до наших дней, труды Василия Великого, там очень кратко, но очень сильно каждое слово. Его жизнь потрясает просто. Он родился в семье. В семье в лике святых прославлен несколько. У него бабушка, мать, сестра, братья в лике святых прославлены. Это необыкновенная была совершенно семья, и он всецело был отдан Господу. Всецело. Но если вот говорил, но один все-таки штрих, позвольте себе сказать, ну, один штрих. Когда он уже был уже в годах, когда был уже, как мы сейчас сказали, митрополитом Кесарии, в то время в церкви разразилась ересь. И эта ересь была арианство. Суть которой, вот как раз в суть в том, что Христос не Бог и не человек, а нечто такое непонятное. Как бы выше ангелов, но ниже Бога. Поэтому, вот как мы говорим, сегодня что праздновали, если были арианами? Что они праздновали? Ну, какой-то там посланник к Богу пришел да ушел. И чего? Ну, пришел, ушел, и что дальше? А мы говорим, сам Бог пришел. И не покидает нас. И поднимает на свою высоту. Это другое. И Василий понимал, что значит арианство. Как оно, сколько душ погубит людских. Как исказит правду Божию. И он небоязненно проповедовал истину, обличая ересь. В то время христиан стал уже государственной религией. Императоры считали себя христианами. И были среди них и язычники тоже до того. А вот тут появились еретики. И вот при нем был император-еретик. И он был с военным походом на Иран. В то время постоянно с Ираном война была, фактически. Он шел через Каппадокию специально. Войска отдельно, дорога, а он специально заехал туда. Чтобы увидеть этого Василия. Нашелся. Он император. Он издал указ, как верить надо. Мирская власть всегда лезла в церковную. В истории так было. Только в нынешней России этого нет. Уникальный факт в истории, которого не было и вряд ли когда еще повторится. Такой свободы не было никогда, как сейчас. Поэтому наш брат, церковник, порой чудит. Тоже палочка о двух концах получается. Надо нас порою в ежовые рукавички-то брать. Длиннополох-то. Так вот, и в данном случае, а вот тогда вот императоры командовали. Помните, был Первый Вселенский собор? На нем, знаете, кто главное лицо был? Император Константин. Не крещенный тогда еще. Не христ. Языком простонародным. Ненормально. Ну вот власть влазила в государственные дела. Кстати, того же императора Константина, к чести его сказать, это его епископы понудили влезать в церковные дела. Он не хотел. Заставили. Так вот, а потом уже легко сами влазили. И вот при Василии Великим император дал указ, как верить в Бога. Император, указ, как верить в Бога. Ну и все подчинились. А как же? Потому что знают, что значит нарушать царские указы. Церемониться не будут. Каторга, тюрьма, казнь. Легко. Тогда так и было. Легко. А это своей Каппадокии Василий не напугался. Как проповедовал, правда, так и проповедует. Письма пишет по всей империи. Вот ведь что творит. Император заехал. Посмотрите на смельчака. Да. Василий совершал литургию. Он вошел в храм, император. Но он привык, что все напугают, служба остановит. Ну, все многие напугались. А Василий как тихонечко служил, аккуратненько, так продолжает служить. Император стоял, смотрел на это. Ну, первый раз такое. Но он видит уникальную вещь. Тот не прогибается, под него не ложится, Василий-то. И одновременно в нем нет ни гордости, ни задиристости. Он искренен. Его это он первый раз. Царе начальниками трудно видеть искренних людей. Перед начальником или лебезят, или
психует. А тут совершенно новая картина, необычная. И он это Ванечка остановился. И когда суп закончился, император сказал: «Василий, ты знаешь, что ты один остался, кто противоречит мне? Ты знаешь, что я могу сделать с тобой?» Всенародно при всех, в Архиерейском соборе. И тот ответил спокойно ему: «Да, конечно, знаю, государь, ты не можешь со мной сделать ничего». И опять без гордости, без зазнайства, то говорит: «Как это? Ничего, да я...» Он говорит: «Ты можешь приказать меня убить, но это не сработает. Убьет тело, а бессмертная душа в венце мученическом будет вечно с Господом. Не ты дал мне жизнь, ты можешь отнять жизнь тела, но не жизнь вообще. Бессмертной душой буду мучеником с Христом. Не можешь ты меня убить». Говорит: «Ты можешь...» Он говорит: «Я?» Он говорит: «Да, ты можешь заставить конфисковать у меня все имущество». Тогда это очень любили императоры делать. Ну, средства дохода было. Василий был из очень богатой семьи. Но он сказал: «Ну, у меня уже давно ничего нет. Я принял монашество, моя семья приняла монашество. Мы все раздали нищим. Ничего нет». Императоры давали указы, по которым епископы имели большие деньги тогда. Власть и деньги в своих епархиях, как и сейчас. Власть и деньги. Так вот, и он говорит: «У меня и этого ты ничего не возьмешь. Они не доходят до меня». Он построил там монастыри, построил богадельни, дома инвалидов и прочие дома презрения назывались там, для детей больных, брошенных, сирот. И деньги прямиком туда уходили, не доходя до епископской казны. Прямиком уходили, говорит: «У меня ничего нет. Взять-то нечем, ну взять-то нечем». У архиереев была и есть недвижимость, и движимость, а у него ничего не было. Он все бедный. Он говорит: «Ты можешь заставить меня надо мной издеваться, ну, казнить, показательно». Говорит: «Не получится даже это». Говорит, он был, ему 50 с небольшим, он был очень больным человеком, кстати. Он говорит: «Я такой больной, меня два раза кнутом оденут, и я Богу душу отдам. И не успеешь даже порадоваться моим стоном-то». Вздохнул так, и так с сожалением, жалко ему царя стал, говорит: «И ничего тебе не получится со мной сделать никак». То смысл? Губернатор рядом суетится. Кесарийский. Ну, при нем этот поп, император, он же все-таки под императором ходит, губернатор-то. Как потом, чего не настучали, по ушам-то. Чего он тебя развел, гнездо такое? Тот глаза заискивает император-то, мол, что так, щелкни только, и сейчас этого попа там тут размажем. Император задумался и молча, тяжело вышел из храма. Ему лошадь подают. И этот губернатор так, ну, стремя ему, сам, им глаза, ну, что прикажешь, что как его присануть-то, Василий-то? Тот поворачивает лошадь, должен говорить: «Государь, с этим чего?» И тот сказал: «Пальцем, чтобы никто не тронул. Такой, как он, единственный действительно всей империи. Ни страха, ни гордости. Даже тени фанатизма не было. Только искренняя простота и любовь». Он это увидел. Ну, чтоб пальцем никто не тронул, лично отвечаешь. Вот какой был человек. И там очень много говорит, мои золотые. А это не единственное, что можно сказать о великом Василии. И вот завтра его память. И вот видите, на примере видно, как силой Божией простые люди. Василий тоже был человеком. Кстати, вам секрет открою, может, кто не знает. У него было только два уха и один нос. То есть такой, как ты, как я был, один в один. Но смог, да, смог поднять на высоту такую, что его и по сей день все называют. Сколько веков прошло? 16 веков. И по сей день его называют Василий Великий. Великий. Да, действительно великий. А величие в чем? Силой Божией смог подняться. Господь – источник его силы.
Вот тот Господь, который родился, нас ради человека, наш ради спасения. Рождество, которое мы сейчас переживаем, который, вочеловечившись, нам дал силу обожения. Василий – яркий пример тому. Таким Василием, может быть, и ты. Таким Василием, ну, по-другому уж называться, но великим святым может стать и ты. И любой из нас, и я, каждый, если только захотим, по-взрослому. И приложим к этому усилия с помощью Божией, совершая свое спасение.